На Гродзенщині подводять выники централизованного тестирования. 37 абитуриентов региона отримали 100 баллов по выниках первого этапа уступной кампании. И лепше за все будущие студенты с принемания ведают биологию. Самый высокий выник отримали 10 молодых людей. По традиции лепшим сертификаты выдали в урочистой обстановке. Я набрал 100 баллов по физике. Готовился я на подготовительных курсах у университета Янки Купалы. Готовился очень усердно, скажем так, задавал себе вопросы правильные и старался делать самые сложные вещи, чтобы не оставлять слабых мест. 10 по биологии, 6 по белорусской мове, 6 по физике, 5 по русской мове, 4 по английской, 2 по математике, 2 по химии и по одному наивысшему вынику по немецкой мове и громадознавстве. С летними выниками абитуриенту с принемания по праву можно ганарыться. Наибольшая колькость 100-бальных сертификатов у навученцев из гродинских установ адукации, а так само школы у Лицкого района и Смархонского. 100-бальные результаты получили и ребята из небольших сельских регионов. На сегодняшний день вот Зельвинский регион, Дятловский, Ивьевский по 2 100-бальных результата. Это, безусловно, говорит о том, что сегодня созданы все необходимые условия, как в областном центре, в районных центрах, в обычной сельской школе, для того, чтобы получить высокий уровень качества образования. Стало доброй традицией, что ребят с высокими баллами, которые получили высокие баллы по централизованному тестированию, мы чествуем в стенах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Это абсолютно не случайно, потому что университет является вузом-координатором централизованного тестирования по Гродненской области. И действительно отвечает за проведение тестирования, пытается создать и создает хорошие, комфортные условия для ребят во время написания тестов. И сегодня мы можем говорить о хорошем результате, о том результате, который показали наши абитуриенты, абитуриенты Гродненской области, выпускники средних школ. Я действительно хочу подчеркнуть, что те сертификаты, те баллы в сертификатах, которые имеют наши ребята, это свидетельство действительно высокого качества подготовки ребят в средней школе. Я хочу отметить, что и высказать слова искренней благодарности преподавателям школ. Хочу высказать слова благодарности родителям, которые, безусловно, были рядом со своими детьми, вместе с ними переживали и их поддерживали. Они сегодня есть в зале, и нам это очень-очень приятно. Безусловно, ребята выбрали уже свою профессию на сегодняшний день, потому что тесты, мы уже даже по тестам можем видеть, куда вообще их приоритеты. И нам будет очень приятно, и мы будем очень рады видеть таких абитуриентов с высокими баллами, ну и в качестве студентов университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Та система прохождения тестирования, которая отработана за последние годы, она позволяет раскрыть свои возможности, свои знания и таланты всем абитуриентам. И я, как председатель областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний, подтверждаю, что всем были созданы равные условия для того, чтобы они могли себя проявить. Были и соблюдены все правила гигиены, и правила санитарно-эпидемиологические, и правила прохождения непосредственно самих испытаний. Тем часом уступная кампания протягивается. У пунктах проведения ЦТ должится выдача сертификатов. С 20 по 26 липеня термин подачи документов для бюджетников.